Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Спасибо, что подключаетесь, спасибо, что с нами. Меня зовут Марина Селиванова, кто меня не знает. У меня сегодня в гостях замечательный человек, музыкант, автор, исполнитель, композитор, поэт. В общем, можно долго перечислять. Еще и аранжировщик. И, в общем, сибиряк-весельчак, как я написала в своем посте, Андрей Матвеев. Да, вот сюда говори. Всем привет. Это вот нашу песню «Любовь моя», которую мы на диване спели, да? Попробуем ее спеть? Только вместе со мной давай. Попробуем под балалайку, да, поехали. Как моя судьба распорядилась, повстречался ты на берегу. Так и я сама в тебя влюбилась, жить теперь одна я не могу. А любовь моя к тебе не растает, не сожжет огонь, не высушит жара. А любовь моя, как звезды сияет, а ты же моя радость, ты моя беда. Эй! На-на-най-на-най-на! На-на-най-на-на! На-на-най-на-най-на! На-на-на-на-на! На-на-най-на-най-на! На-на-най-на-на! На-на-най-на-най-на! А гармошка тихо раздается, слышу голос твой, я в тишине. Сердечко, сердце мое бьется, и душа летит опять к тебе. А любовь моя к тебе не растает, а не сожжет огонь, не высушит жара. А любовь моя, как звезды сияет, а ты же моя радость, ты моя беда. Эй! На-на-най-на-най-на! Давай, три! На-на-най-на-на! И все вместе. А любовь моя к тебе не растает, а не сожжет огонь, не высушит жара. А любовь моя, как звезды сияет, а ты же моя радость, ты моя беда. А любовь моя к тебе не не сожжет огонь, не высушит жара. А любовь моя, как звезды сияет, а ты же моя радость, ты моя беда. На-на-най-на-най-на, на-на-най-на-на. Спасибо, браво. Спасибо большое, Андрею. Ну вот чувствуется энергетика-то, да? Родственные души. Когда поешь со своим человеком, так хорошо. Вот, знаете, с удовольствием поют песню с Сашей Суняйкиным, с тобой и с Валерием Семеновым.